Да, для начала представься, как тебя зовут, твоя фамилия. Меня зовут Иннокентия Делия. А скажите, как давно ты занимаешься художественной гимнастикой и как давно ты готовилась к этим играм? Я занимаюсь гимнастикой уже 9 лет. Это немало и немного, я считаю, можно и дольше. К соревнованиям мы готовились 8 месяцев в другом городе, в другой обстановке, в городе Ульяновске. А как ты считаешь, ваша команда на сколько процентов готова? Я считаю, мы готовы на все 100. А расскажи мне о том, как тебя поселили, как тебе вообще ваша мини-олимпийская деревня? Мне здесь понравилось, это правда. Природа здесь просто шикарная, здесь все зеленое, все цветет. Также природа... Так, это уже можно вылезать, да? Спасибо. Номера очень... Нас поселили по трое. Это очень хорошо, потому что не так много и не так мало. Тоже как не в одиночестве живешь. Это очень много. Ну и расскажи, познакомились ли вы уже с ребятами других городов? Как вообще взаимоотношения? Все просто супер. Я уже познакомилась с девочками из Приморья. Очень понравилось. Спасибо. Ну, мы желаем тебе удачи. Тебя медаль. Благодарю.